Сегодня мы научимся готовить веганские сконы с клюквой в дегидраторе. Нам понадобятся яблоки, замоченные семена льна, миндальная мука, морковный жмых, оливковое масло, изюм и клюква. Хорошо перемешайте ингредиенты в глубокой посуде и выложите массу на листы парафлекс со специальной ложкой для мороженого. Установите таймер на 10 часов и температуру 47 градусов. Через 4 часа переверните ваши сконы и продолжайте дегидрирование. Британские сконы по вегану понравятся каждому, вне зависимости от вкусовых предпочтений. Эскалибур – лучший дегидратор Америки. А вы знали, что чипсы могут быть полезными? Конечно, если не покупать их в магазине, а готовить дома в дегидраторе. Нарежьте цукини, сладкий батат и свеклу, оливковое масло, теперь соль. Выложите овощные ломтики на лоток эскалибур, установите температуру 57 градусов.